В Шадринске на базе 8 школы открылся профильный 10-11 класс МВД, который позволит поступить ученикам на целевое направление специализированные вузы. В данный класс могут попасть обучающиеся 9 класса для дальнейшего обучения и планирующие связать свой профессиональный путь со службой в полиции. Надо понимать, что работа в МВД требует серьезной ответственности, в том числе за безопасность и благополучие людей. Это означает, что нужно быть не только знатоком законов, но и обладать чувством долга. У меня была даже, как можно сказать, не мечта, просто цель пойти на следователя. И когда я узнала о том, что в нашей школе открывается класс МВД, то я сразу сказала об этом родителям, они меня поддержали, и я решила все-таки идти в этот класс. Класс МВД создается в нашем городе впервые, и обучение здесь – это возможность ближе познакомиться с направлениями правоохранительной деятельности. Делается акцент на общество знания и права, на усиленную физическую подготовку. Данная программа внеурочной деятельности разработана при содействии сотрудников Шадринского отдела полиции. В ходе комиссии ученики рассказывают о своих учебных успехах, спортивных достижениях, творческих увлечениях и своих планах на будущее. Многие уже определились с конкретным направлением в работе правоохранительных органов. Молодые люди видят свою будущую карьеру в защите законов и порядка. Решение о принятии в класс будет приниматься после рассмотрения кандидатов на заседании комиссии.